Перед зрителями выступит виолончелист Глеб Степанов, аспирант Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, стипендиат фонда Ростроповича и солистка Сочинской филармонии Екатерина Богачева. Гости концерта услышат звучание раритетной виолончели, изготовленной в 1776 году итальянским мастером Марко Навелло. Эпоха барокко будет представлена ариями из опер Генделя и концертом номер 2 для виолончели с оркестром ре мажор Боккерини, а 20 век – концертом номер 1 для виолончели с оркестром Шостаковича. В этом и смысл, в этом и идея нашего концерта «Столкновение эпох», чтобы слушатель услышал, как один инструмент, один из лучших инструментов, красивейших музыкальных инструментов виолончель, может играть совершенно разную музыку, резко отличающиеся друг от друга. Как отмечают музыканты, умение одинаково хорошо играть произведения разных эпох требует от исполнителей не только знаний теории, но и превосходного владения инструментом. Его как раз и продемонстрируют солисты.